что самое важное в жизни – это любовь. Любовь – это когда он 20 раз чихает, а тебя это даже не раздражает. Любовь – это когда, вы знаете, она каждое утро приносит тебе чашечку кофе в постель. Любовь – это тот момент, когда он называет вашу собаку дочей. Любовь – это когда она всегда прячет дома вещи, чтобы все было идеально, а ты ничего не можешь найти. Любовь – это когда он в машине включает тебе видеоаккаунт. А ты четко понимаешь, что это нужно стерпеть и слушать. Любовь – это когда она всегда лезет тебе в тарелку, чтобы попробовать, насколько вкусно у тебя. Хотя сама может заказать тебе все, что хочет. Любовь – это когда она в отпуске уже начинает планировать новый отпуск. Любовь – это когда ты с огромным уважением относишься к его друзьям в Екатеринбурге, когда он начинает говорить чисто на уральском диалекте. Любовь – это вы. Любовь – это понимание. Любовь – это все про вас. Теперь можно сделать самое важное. Мы объявляем вас тишиной!